Они лучшие в своих регионах и готовы доказать это всей стране. В Ярославле состоится финал всероссийского конкурса «Чайка-2016». Сегодня спортивный этап. Девушки сдавали нормы ГТО, к примеру, прыжки в длину и наклоны на гимнастической скамье. Впереди еще два испытания – интеллектуальный конкурс и творческая самопрезентация. Главный приз – почетный титул «Чайка-2016». К слову, само название конкурса выбрано не случайно. Этот конкурс посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентине Владимировне Терешковой. И именно слово «чайка» — это был ее позывной. То есть поэтому мы хотим, чтобы наши девушки стремились к некому эталону женщины, к патриотке, с гражданской ответственностью, творческой личности, спортивной, интеллектуально развитой. В этом году география конкурса поражает. В Ярославле прибыли участницы не только из соседних областей. Есть конкурсантки с севера и юга страны. Отстаивать честь ярославского региона будет Алена Разживина. Все соперницы сходятся во мнении. Победа в таком конкурсе – большое достижение. Провести этот титул для своего региона, для службы, в которой я работаю, и для себя лично, для своей семьи, которая меня поддерживает, это очень гордый титул. Поэтому все равно, в любом случае, даже если будет сложно, нужно настраиваться на максимальный результат.